Доброго времени суток, друзья мои. А смотрите, что я тут сделал. Наконец-таки мне тут посоветовали съемочную площадку устроить нашему Атису, потому что так он без нее, видимо, никак бы карьеру не начал. Вот долго, конечно же, место выбирал. Все-таки, дай бог, нашел. Если честно, я на часа полтора, наверное, убил на это все. Ну, вы знаете, как я туплю, тем более. Так что это заняло очень много времени. Ну, ладно, по крайней мере, сейчас мы можем спокойно продвигаться по своей карьерной, так сказать, лестнице. Ну, сейчас, для начала, давайте немножечко включим запись и посмотрим вообще, как вообще здесь хотя бы обстановочку, потому что первые вообще секунды вообще на это смотрю, все действие тут, то есть какие-то декорации, видимо, для мелодрам, потом для военных, вот мы видели, для научно-фантастических, в общем-то для всех, я так понял, для всех жанров кино есть у нас. Ну вот, собственно, доступная работа, $18 в час, да и плевать, ладно, быстрое исправление ошибок, будь то невнятный сценарий или неудачная сцена погони, это лишь малая доля того, чему придется научиться работнику киноиндустрии. Вежливость, обаяние, умение обращаться с печатным словом и демонстрировать свою известность, все это пригодится в будущей звезде голубого экрана. Актер массовочки, ура! Атис получает работу, место работы, съемочная площадка Plumbo Pictures. Ху, yes, Атис Юми Скилмота, ваш начальник, старайтесь поддерживать с ним хорошие отношения. Ой, как хорошо-то, друзья. Так, смотрим. Ну, я так понял, продвижение по карьерной лестнице здесь у нас не будет таким уж и простым, потому что нам нужно, во-первых, обаять и навыкам обаяния. Слава богу, у нас уже он, так сказать, в крови. Так что, я думаю, проблем не будет. Потом еще нужно печатать печатное слово, скорее всего. Так, куда он ушел? Печатное слово, это, скорее всего, нужно немножко обладать каким-то писательством, писательским навыком. Ну и, конечно же, ну, немножко, я бы вам сказал, блин, я что-то мысли потерял. Ну и быть в какой-то мере знаменито. Ладно, в общем-то, конечно же, тут все круто, реально офигенно. И, друзья, блин, скоро мы будем здесь реально зажигать, а именно во вторник. Ладно, давайте домой пойдем помаленечку. Да, кстати, где моя девонька? Чё там творишь, а? Так, а чё темно так? Чё это? Она у какой-то подружки своей, что ли? Ух ты, дом-то у них классный. Но у нас тоже ничего, скоро тоже будет хороший. Так, ну чё-то я не знаю, если честно. Ну такой, более-менее. Хороший. Кто тут у нас сидит? Давайте посмотрим. Так, поц, ничего себе. Видать, ЕГЭ сдавать будет, дурак. Ничего не знает, дурак. А мы вообще... Кто наша подруга, кто вообще, чего, с кем, на какие отношения? Так, вот такой страшная девчонка какая-то, но богатая. Ну, а нам-то от этого толк какой. Так, давайте, знаете что, попросим у вот у домашних еды, что ли, а то что-то жрать хочется. Так, давай. О, это кто-то писать хочет. Так, быстро быть вовлеченным в разговор. Ух ты. Чё такое? Что, не надо? Не надо мне? Ну и как не хотите, так не хотите. Так, давайте сбегаем за нашу Сабрину. Я помню, Сабрина. Её же Сабрину, да, тебя Сабрина зовут. Пускай сбегает в ратушу, там отнесет какие-то поручения. Учитель просил отнести пачку подписанных ратушей. Понятно. Жанель. Кстати, она у нас тоже в прошлой серии устроилась на работу, так что все у нас, я так понял, при работе, да? Так, Сабрина, это понятно, что... Кстати, друзья, смотрите, тут нам проспонсировали немножко. Смотрите, я тут немножко украсил дом. Ну, конечно, кто-то скажет, о, херня, но мне нравится вполне себе путевый телевизор нормальный, кстати, поставил. Ну, конечно, кривовато стоит, надо поправить немножко, я думаю. Потому что какого хрена он здесь так стоит, ковер и диван как-то непропорционально, да? Вот так вот, и диванчик сместим. О, вообще, красота! Ладно, дом-то хороший, только денег ничего нету. Сабрина, что у тебя там с навыком? Так, второй навык Локи. Отлично. Все, вообще прям молодца. Помыть посуду, помоешь посуду, окей. Чистить мойка. Ох ты, ё-мо, чисто такие женские желания. Так, шучу, конечно. Кстати, наш дед несносный до сих пор, представляете, катается. С ума сойти, он сейчас уписывается, понимаете ли. До сих пор, уже часа три, наверное, катается. С ума. Ты с ума сошел, дед старый, а? Вот что ты... Возраст 75 дней, блин. 75 дней? Черт, ему 75 лет уже, что ли? Твою мать, это много. Это до хрена много. Кстати, рыбки какие-то катаются. Так, ну, в общем, дед у нас развлекается, я понял. Так, секундочку, тут у меня тут звонят. Пару минут. Так, все, прошу прощения, отзвонились мне. Все у нас хорошо. Так, давайте...
Разрисовать лицо, блин, дорого, мы нищеброды. Рисовать лицо, а где, у нас где-то тут же, блин, забрать солярий, 90, загорать солярий, забрать солярий. Тут же где-то можно пофотаться, я помню, блин, а где это все? Вот это все не то. Ну, мать, ну вот же. Нет, а что так, что-то странное. А, подождите, сделать фотографии для подозрительной открытки. Ладно, потом сделаем, открыть, потому что уже сел в такси, ладно. Черт с тобой. О, Атис, 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 Атис. Блин, мне так стыдно, прям как будто сам за себя играю. Чё? Так, Жанель, 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 Жанель. Следовать за отец. Сабрина. А где она, собственно, вообще? Ты хоть она поручение выполнила? Нет, кажется, она не выполнила. А чё, какого черта? Наверное, потому что. А, ну сейчас комендантский час, надо быстрее покормить дитё, совсем уже. Не, уже совсем голодный. Не, ну блин, чуваки, мне реально нравится дом, офигенский. Ну скажите же. Так, что такое? Чё, блядь, такое? Ну что случилось-то? Что? Так, у нас съесть закуску. Консервированную, пускай по консервированный суп съесть. Дед, ну что там делаешь? Что случилось? Так, бодрости у тебя уже маленько, да, осталось? Давай, не знаю, посидишь тут, телек попялишь, включить. Давай, включить и... Да, как что там, чем деды занимаются? Они телек смотрят. Ну, друзья, ну реально, ну классный же дом, а ну офигенский, а. Офигенно, мне нравится реально. Вот первый дом, который мне действительно нравится, и за небольшую цену, главное, что. Так, Жанель. Или как-то у тебя? Да, Жанель, о, господи. Так, хватит, наверное, тут свой навык разрабатывать. Во-первых, помой всю нахрен посуду, тем более нас кто? Нас чистюля, да, чистюля. Как раз помоешь посуду, вычисти до блеска, потом перекусить натуральными продуктами. Давайте овсянку съедим и спать на... А, нет, спать, в принципе... Ну да, спать надо покой, потому что у нас через 10 часов работа. Блин, у нас сейчас, в принципе, все при делах, потому что даже наш дедушка работает, старший кассир. Так, друзья, кстати, эликсир молодости, я вроде помню, но он очень уж дорогой, потому что там... Давайте, кстати, посмотрим. Я не хочу, чтобы наш дед помер. Я все-таки... Мне он как-то нравится. Так, лавкач, блин, ну это слишком долго, конечно. Юлий Цезарь, букинист... Так, это где-то здесь. Управление настроением, синтезатор пищи, помощник, пла-пла-пла, огнетушитель, фигурный. Ладно, в общем, друзья, и так это понятно, что это очень-то и дорого. Платформа управления настроением. Ладно, потом посмотрим, потому что слишком уж долго это. Кстати, у нас какая мечта-то? Король шахмат, овладеть навыком Локи и стать гроссмейстером. Вот как, ого! Хорошее у нас желание. Так, у нас, кстати, пока что никакого навыка нет. Давайте, да, учиться играть в шахматы, да? Сабрина спать хочет? Ой, хочет. Все, тогда ладно. Тогда... Нет, назад. Поучимся играть в шахматы, потому что у нас дед совсем что-то ничего не умеет делать. Так, всем задание дали. Этот спит. Так, до упора 3 часа. Блин, офигенная кровать здесь. Только, конечно, надо как-то все это, не знаю, потом... Домик расширить, но сейчас сами видите, 1 доллар это вообще и смех, и грех. Так, видите, даже приходится даже в одной кровати всем спать чуть ли не. Так, давай быстренько тогда в туалет сходишь, да, и давай и спать. Кстати. Она же уроки не сделала, девчина. Ох, ё-моё, давай делай домашнее задание, все. Пока не сделаешь домашку, не уйдешь никуда. Так, фейерверк. Мороженое, сироп, блин, сколько всяких у меня желаний. Так, Сабрина, ты что тут затворишь? Быстрее давай. Все, тоже сходи в туалет и спи давай. Так, с кем бы? Ну давай вот так, застелить постель, спать, кровать и отец. А что, он уже установил кровать, что ли? Ой, установил права даже на постель. Ладно, ладно. Свободный денек уже через пару дней. Подумайте, как вы хотите провести это время. Так, сейчас Атис наш, кажется, уписается и обожрется. Поэтому его легко разозлить. Я знаю, это как меня, кстати, в принципе. Так, давайте, знаете, тогда быстренько сейчас. Блин, засрали весь туалет. Воспользуемся туалетом, во-первых, и съедим что-нибудь, потому что хоть. Так, выключим телевизор. Нам нафиг не нужен сейчас. Блин, вот полуночники-то вот это. Вот так. А, нет, я уж подумал, если честно, что. Если честно, думал, у нас уже туалет потек. Ну ладно. Так, вот пузатый какой, надо бы его немножко это, на ты по тренажерке погонять там. Так, по тренажерке.
Ну спи давай, девочка, хватит так. Чё, сделал домашку? Блин, 23%. А, все, троечница, троечница ты. Ну, в ПТУ тебе только. Так. Ой, Атис, ну сейчас весь уж прям. Ох, есть хочет страшно. Так. Сейчас. Так, и пускай отца, да, вот спать в кровати, Атис. Так. Давайте немножечко ускорим. Так, Атис, гигиен, нужно еще нам, наверное, сходить в душ, да? Блин, ну, не, так, конечно, не пойдет, если честно, друзья. А, так не пойдет. Нужно нам чем-то заняться, потому что, блин, 2 часа ночи, по идее, поспать бы надо еще. Так, ладно, сходит он в душ. Дремать. Блин, главное, нечем-то заняться, потому что денег нету никаких. А, ну, в принципе, вот можно, я же телескоп купил. А, да, наверное, так. Наверное, этим мы сейчас займемся. Где тут у нас? Сейчас поподглядываем за девчонками в душе. Кстати, у нас там кто-нибудь... А, нет, это пляж у нас, на пляж. Блин, ну, не, ну, вид офигенский. Просто рай. Ей-богу, вот рай. Ну, где вот видели такое, а? Ну, красотень же. Ну, смотрите. О, ну, вообще кайф. Ох, не могу нарадоваться, ей-богу. А, хорошая покупка дома. Давайте ускорим время сейчас. Делать все равно тут пока что нечего. А, кстати, пускай... Ну, ладно. Все. Так. Ага. Прям в трусах пошел. Нормально. Давай так. Слушайте, кстати, офигенный телескоп. Я только сейчас заметил, что он какой странной формы. Да. Вот так. А, почему-то у нас уют. Уют это из-за чего? Наверное, из-за всего, кстати. А, рядом с нами тоже дома такие неплохие. Так. Отец понимает, что без логического восприятия никуда. Хорошо. Первая ступень в нашей карьере, так сказать, положена. То есть, точнее, первая ступенька к нашей мечте уже проложена. Все, давай спать теперь, да? Такая полночная, конечно, серия получается у нас. Ну ладно. Нам надо бы спать. Все, не хватит. Че там она, наш Атис? Давайте маленько промотаем. Так. Через сколько нам, кстати, наработано? Через 3 часа уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Досуг, в принципе, да, поднимаем. Давай, ладно, давайте тогда. Поразвлекаемся, тем более лучше с хорошим настроением первый день проводить на работе. Так что пускай пока посмотрит. Так, ну что он там смотрит? Ну, даже не поворачивает. Ну что за ерунда? Давайте еще быстрее ускорим, потому что что тут пока что... Служебная машина приедет через час. Ух, у меня уж прям мурашки по коже. Ни разу мой персонаж не снился актером. Так, все это, Сабрина, надо что-то покупать опять. Принять ванну. А зачем тебе принять ванну? Мне, кстати, через сколько? Через 4 часа. Ну, я хотя бы попозже. Так. Да, вот что-то увидел. Что-то увидел не то. Так, и старший кассир в 4 часа дед наш уходит на работу. Так, все. Осталось, получается, сколько у нас? О! Минут 40. Обычно... Что так? Что такое? Нет. Все вроде нормально. Атис осваивает навык логика. Он запоминает восторг, когда наконец-то стало что-то получаться. О, да, вот да, друзья. Отец, блин, чувствуешь себя несколько плохо. Ну вот. Опять. Что я и говорил. Старые опять начинают болеть. Так. Фу, а что за... Какого хрена он так одет? Блин. А, друзья, я такого не одевал. Какого хрена? Ладно. Познакомиться с актерами, повести время. Давайте познакомиться с актерами, потому что хвалить режиссера в первый же день, подлизываться к начальству, это, ну, не очень хорошо. Так что, не надо этого. Не надо. Так, ладно. В общем-то, мы видели нашу студию. Она находится вот здесь вот. Вот какая красивая студия. Давайте тогда перенесемся к нашей Сабрине. Ей надо ж уже... Сабрина маленькая ведьма. Кажется, даже сериал так назывался. Надо бы, наверное, что? О, она, кстати, не очень-то и выспалась. Но ей в 7 часов уже на работу. Ой, на работу. На участок. О, блин, какой участок? Ладно. Кстати, а что за бред? Почему я не могу ухаживать за своими кактусами вот этими вот? А, какого черта? Я хотел поливать там или что-то еще. Но это садить надо. А, Атис обычный только что первый раз пошел на работу. Ого-го. Так, все, ко всем уже. Сейчас машины приедут, да. Меня бы так кто не забирал бы. Так, давайте быстренько что, перекусить натуральными продуктами? Овсяночку с утра так нахлобучим. Так, да, ой, какой почистить? Нет, давай прими душ. Я думаю, тебя в школе покормят, а если не покормят, на них жалобу накатаем. Так, что наш отец?
Ой, болеет, болящий. Ну ладно. Опять сейчас. Кстати, надо бы поставить сюда светильник. Почему-то какого-то хрена его здесь нету. Какого черта, блин? Странно очень, конечно. Обещание защиты. А кто ей дал обещание защиты, интересно? Странно. А, это может быть... А, не знаю, ладно. Неважно. Так, а почему за ним? А, вот, машина приехала. Все, за ним машина выехала. Среди друзей. А, ну да. Понятно, почему у нас столько положительных эмоций, потому что мы среди родственников, естественно, они наши самые лучшие друзья, все такое прочее. Так, ну вот, все, за всеми начинают. О, кстати, у нас сосед полицейский. Надо бы как-то с ним это, скорешиться, что ли. Хоть, как говорится, держи соседей ближе, а врагов еще ближе. Что я сказал? Не знаю. Так, обычного усердия нет. Встретиться с новыми друзьями. Вот так. Потом рутинная работа. Так, встретиться с персоналом. Ну, как всегда, да, я... Встречаемся с персоналом, потому что нужно... Нужно, хоть она застенчивая, но все равно нужно как-то налаживать отношения с начальством, все такое прочее, и с коллегами. Так. Давайте хоть посмотрим, как у нас вообще дела идут на работе, да? Слушайте, пока что нормально. Кстати, он же карьерист, да, по идее? Да, карьерист. То есть ему нашу мать быстрее будет, гораздо быстрее будет продвижение по службе. Так, подружиться с Юми. Блин, какая-то старая кошелка или кошовка. Неважно, кошелка какая-то наша начальница. Я думаю, есть какая-нибудь молодая, симпатичная актриса начинающая. Блин, она какая-то старая. Она хоть кто вообще по званию, да? Ух, директор, блин, директор производства, ну черт возьми. Придется, наверное, с ней, да. Придется с ней сдружиться каким-то образом, да. Так, ускорим. Давайте вообще. Вот он, вот он, вот он. Хоть выспался наш дед. Хорошо. Ну, сегодня, друзья, хотя бы, знаете ли, мы. Сейчас мы тебя покормим. Сегодня, по крайней мере, у нас будет так, съесть закуску, рагу, овсянка. Тоже овсянку пускай навернут, и нормально будет им. Сегодня у нас будет первые деньги. Первые настоящие деньги. Так, питание. Ладно, сейчас должна уже пообедать, ничего страшного. Как у нас же Жанель дела? Да я думаю, тоже, в принципе, все хорошо. Да, у нее тоже неплохо получается работать. Все хорошо. Так. Настроение. Почему у нее настроение плохое? Кого черта, я не понял. Не, правда, серьезно, почему? У него все же. А, ну потому что никаких положительных эмоций почему-то не было, странно. О, кстати, смотрите, дед какой наш, а? В хорошей форме. Хоть пузо есть, но все равно, а? Кстати, Корнелия, о, вот это клево, год, это же наши самые вообще богатеи, наши самые знаменитости в городе. Где эти готы? Где готы? Демоя, где готы? Вот, прям чисто соответствует своему. Она, кстати, кто? Член съемочной группы. Ну да, она тоже выше нас пока, конечно. Ну ладно, ничего, мы, думаю, мы быстренько завоюем себе место под солнцем. Так, отец, 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 смотреть, ну... Так, 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 так. И на прививку, получается, тоже сейчас никак нельзя сделать, потому что мы примем душ для начала. Потому что у нас денег нету банально, черт возьми. Так, досуг бодрый, все отлично. Работу через 4 часа, то есть мы еще все успеем, по идее, да? Пускай быстренько посмотрим в высоком разрешении быстренько. И потом в шахматы сыграем немножко, да? Потому что да. Так, сейчас наш Атис уже наконец-таки закончит, кажется, свой рабочий день. У него, кстати, сколько? Сколько у него? О, во имя жизни. Босс берется... Блин, да что за хрень? Босс берется помочь вам построить карьеру в направлении... Ух ты, неужели мы кому-то там понравились даже, а? Сразу. Ну да, жена, наверное, такая. Он порекомендовал прочесть книгу «Дар жизни», подробное руководство о том, как отдать свои органы на... Все понятно. Когда просите, кто потом окажется ближе к повышению, получите отношения с... Фак. Вот разработчики пошутили, ей-богу, а вот шуткуют. Ладно. Всем дали задание, да? Домашнее задание совсем плохо. Оценка 3. Ладно. Мы хотели посмотреть... А, то есть с 7 до 14, да, совсем... В принципе, немножко. Совсем немножко. Бодрости, кстати, у нас уже совсем мало, так что я не знаю... Ну, просто, наверное, сегодня пораньше встанем, точнее, ляжем. Какой встанем-то? Так, ну-ка.
Блин, настроение все равно хреновое, хреновое настроение. Так. Адис уходит с работы. Первые деньги, друзья. 125 долларов. Вот так вот. Отлично. Отлично, друзья. Давайте развеемся. Пока что не пойдем на работу, во-первых. Я хочу сходить куда-нибудь, вот, например, таверну у Варга. Блин, я, кажется, здесь был уже. Это, блин, не хочу я туда. Таверна это для каких-то деревенщин. Нет, я не хочу. Надо в какое-нибудь более такое крутое местечко, более фешенебельное, что ли. Караоке-бар. Ну, караоке-бар мы здесь были, да, в принципе. Комиссионка, твою мать, нафига мне комиссионка нужна? Мини-склад, голубая кабинка. Давайте еще раз его посетим, потому что... Ну, потому что мы там мало были. К сожалению, не так прям много тут заведений для, так сказать, для совместного времяпровождения. Но все равно не так уж и мало. Так, что у нас? Петь караоке. Повысить уровень знаменитости. Блин, ну, нам где-то для начала бы, знаете ли, знаменитость бы найти для начала, да? А потом, ну, по идее, да. По идее, мы сейчас должны где-то ее найти в этих вот местах самых, так сказать, фешемебельных, самых топовых. Принести частные, принять фокусные. Что? Частное заведение, какого хрена? Так, все, сейчас все заканчивают работу, наконец-таки. В 15:00, да, кажется? Так, познакомилась со всеми своими коллегами. Отлично. Как у нее там вообще? Карьера просто прет. Она, кстати, она же нет. Нет, она у нас не карьеристка. Тогда я могу только за нее порадоваться. Так, Атис, ты где там? Так, давайте посмотрим, что за заведение такое. Это типа... А, ну это какой-то... Типа электроклуб какой-то, блин. Какой электроклуб? Это типа танцевальный, что ли, клуб? Или что-то там вроде, да? Чем здесь заняться можно, во-первых? Выпить быстро, приготовить быстрые напитки. Давайте приготовим быстрые напитки себе, что-нибудь. А то это что такое? Смотреть. Блин, к сожалению, с ним нельзя взаимодействовать. А, так, вот это, я так понимаю, какие-то... Это что у нас? Выбрать последовательность. Установить эффект. Бабочки, конфетти, снег, пузырьки. А, бабочки! Бабочки. Ну чё, где бабочки? Где бабочки? Нету бабочек никаких. Так, ну и чё ты сделал? Не поймешь, чё. Это какой-то сок, блин, с водой сделал. Так, на втором этаже что у нас? Я вроде здесь видел какой-то диджейский пульт, да, есть? Так, это... Во, диджейский... Есть, включить песню. Дабстеп, случайный жанр. Случайный жанр, да, блин. Я думаю, если честно, что здесь можно самому подиджейить, ладно. Игровой автомат можно поиграть, потом... Что это? Ага, это игровые автоматы все. Вау, 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 а это что такое? Играть в скибол. Это не знаменитость? Блин, это не знаменитость. Да нахрена мне тогда? Ну же, давайте... В скибол поиграем сейчас и попутно посмотрим. Это знаменитость? Нет, она не знаменитость. Ну блин. Где Атис? Где он? Я чуть не вижу его. Что за хрень? А, вот он зажигает, как красавец. Хорош, 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 хорош. Случайно. Нету, смотри, что-то он, да, микширует, но почему, блин. Да вы, ох, жердя, что творит, а? Ладно, почему-то же потом, почему-то ничего не повышается. Так, это что у нас? Знакомая экономия бензина? Блин, вот сумасшедший просто, а? Атис теперь умеет лучше представляться в сложных решениях, которые вынужден принимать диджей. Он может только надеяться, что без... О, ну слушайте, правда, как получается какой-то навык прокачивается? Почему только я не видел его? Так, 10 долларов, ладно. Получается, мы сейчас читаем... Что мы сейчас читаем? Мы эту книжку, да, читаем? Дар жизни, да. Сабрина домашку делает. Отлично, 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 отлично. Приобрести стол для игр. Стол для игр. Давайте посмотрим, что за хрень это. Это какая-то детская ерунда. Давайте посмотрим, что это. Детская, вот. Мебель, кровати, игрушки. Игрушки, наверное, да? Либо это... Нет, ну это как-то... Ты как-то... Ну а где он стол? А, вот стол, детские кубики. Это... Нет, подожди. Это... Ну то ли детские кубики? А, и для какого это возраста? Детям просто необходимо стать своими собственными руками, потом рушить, купить им детский кубик, а можете не волноваться, собственно, потом. Ладно. Ей это реально, вот этой девчонке, которая на вид, наверное, лет 10, ей это интересно на самом деле? Что... Ладно, пускай играет с кубиками, черт, черт, блин, я забыл зафиксировать желание, а, дебил. Так, рутинная работа, спать на работе, не выспались на работе, если вы не сильно успешно работаете, упорно работать,
Так, кстати, как у нас продвигается работа? А, ну у нас, в принципе, настроение-то, точнее, работа особо-то, знаете ли, спать на работу. Да ладно, в принципе, обычную рутину работы, да и нормально. Ничего страшного. Садоводство, садоводство. Ну, давайте садоводство поставим. А, нет, вот, вот так, по безденежной работе, давайте, где тут? О, о, вот, хорош, хорош. Так, слушайте, у нас отец как-то все уныло получается с ним. А, великолепно, вы заработали 15 тысяч очков. Блин, я дал 15 тысяч очков счастья. Или что еще? А, высмеять внешность. Не надо никого высмеивать. А, он же неприличный, да? Блин, а почему здесь знаменитость? Нет, нет ни одного знаменитости, что ли, нет? Ты не знаменитость? Я не знаменитость. Отстаньте от меня. Ну, нет, 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 нет. Никого здесь, я так понял. Никто, никого, да? Угу. А это что такое? Репетировать речь, выбрать сметь, прихорошиться. Так, ладно. Ему, видимо, что-то не нравится, да? Он, кстати, тоже такой толстяк. Ох, 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 невежливо. Да ладно вам. Выслушать рассказ. О. Ничего, ничего. Блин, почему наш отец такой неприличный-то? Что-то не компанейский совсем. Оставить неприличные сообщения на форуме. О, а у нас что, ноутбук есть, что ли, или где? Или что такое? О, ничего себе, у кого-то. Так, ой, блин, я сейчас про Сабрину совсем забыл. Она что там? Что с ней? Что с тобой? Она на домашку наконец хоть сделала, нет? Досуг. У нее досуга совсем нету. Вот в чем проблема. Но ей спать надо. Тогда пускай, наверное, поспит, да? Нет, секунду. Не-не-не, рановато, рановато. Играй в игрушки! Во! Купил же ничего зря, что ли? Весело будет, я думаю. Так. Сейчас бы, знаете, накопить бы на что-нибудь такое, блин, классное, реально. А, на какую-нибудь вещицу. Так, Жанель, Жанель, Жанель. Изучать новый предмет, да что такое? Ох, ё-моё, что-то я тут заболтался. 27 минут уже болтаем. Так. О, так, поперек с натуральными продуктами. Сок, сок. И, наверное, пускай. Ну и, наверное, все, да. Все, надо отправляться однозначно домой. Всем пускай, потому что время уже много, время не детское. Отец, что там у нас? О, ему вообще кажется все хорошо, да? Да, и у него даже какое-то продвижение по службе есть, отлично. О, это в чё он одет? Это что такое? Что за... Какого черта, а? Ладно, друзья, всем, кому понравилась серия, обязательно ставим лайк. За квартиру, конечно же, тоже лайк ставим. Ну, классно же, классно стало. Ладно. О, и за радующую Сабрину тоже лайк ставим. Все. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующей серии.